Добрый вечер. Сегодня 1 декабря. Коротко о том, как прошел первый зимний день. Казахстан поможет Кыргызстану пережить зиму. В соседнюю республику направят уголь и предоплату за электроэнергию. Реформа на железной дороге. За счет масштабных инвестиций Казахстан Теможилы приобретет новые вагоны и локомотивы. На площади перед Ақордой сегодня зажглась главная новогодняя елка страны. Казахстан встречает чемпионов. 4 золотых и 1 бронзовую награду привезли из Южной Кореи наши штангисты. Сегодня глава государства подписал закон о ратификации протокола об условиях и порядке.